Всем привет, с вами Ирина. В этом видео хочу показать вам свою мини, которую я месяца два назад покупала. Я ее покупала не одну, а покупала их несколько штучек. И когда я их достала из мха, я, конечно же, была немножко в легком шоке, потому как внешне вроде как смотришь по горшку, корни есть, ну а по факту, когда освобождаешь корни от мха, конечно же, внутри все абсолютно сгнило и осталось буквально пару корешков. Вот, поэтому эту миничку я пересадила в кору и добавила чуть-чуть ее мха, в котором она росла. Ну и в общем, вот у меня вот такое вот получилось. Вы видите, что тут есть немножко мха. Чуточку я добавила. Вот, и хочу показать вам, посмотрите на это чудо, что эта кроха творит. Она просто из самой розеточки начала растить еще одной серединки. Такое тоже встречается. И в группе я тоже такое видела. Девочки показывали фотографии. Вот. Ну, как бы я такое видела, но не сталкивалась сама с такой вот ситуацией. Ну и вот сейчас мы начинаем растить корешочки. Так плюс-минус мы оживаем, приходим в чувство, скажем так. То есть у нас здесь только вот один корешочек. В общем, два корешка у нас оставалось. И сейчас начал расти молодой корешок. Так что вот такая вот миничка. И скажу вам, ребят, честно, что после вот этих последних миник своих я понимаю, что покупать мини-орхидеи голландские, все-таки риск присутствует, и присутствует очень-очень даже хороший. Потому что, еще раз повторюсь, внешне по горшочку мы смотрим, корни абсолютно нормальные, а внутри в мхе, конечно же, там кошмар. Вот, поэтому я приняла решение воздержаться от таких вот покупок, потому что, ну, в первую очередь и растения жалко, да и покупаешь растения как цветущее, здоровое, казалось бы, ну, как хочется, да, когда покупаете здоровое цветущее растение, хотелось бы, конечно, видеть его здоровым. Вот. Но когда приносим домой, начинаем пересаживать, у нас перед глазами совершенно другая картина. И это, конечно, очень-очень печально. Я уже не один раз размышляла над этим. И до сих пор я не могу понять, не могу найти ответ на то, почему Голландия приходит к нам в таком ужасном состоянии. Ну, мой, как бы, мое такое субъективное мнение, да, чтобы ну, не было такого, что вот я там такая-сякая, вот я там плохо думаю про Голландию. Нет, совершенно, но это мои, конечно, такие вот мысли, что голландцам абсолютно невыгодно поставлять нам здоровые растения. Потому что если Голландия насытит рынок здоровыми орхидеями, ну, покупать их станут просто намного-намного меньше. А если же растения будут приходить к нам больные, и какой-то там процент растений, ну, скажем так, от 100%, если там 30-40% растений у нас, у покупателей, да, будут погибать, естественно, что мы все равно будем покупать эти орхидеи. Ну, вот я, конечно, ссылаюсь на это, не знаю, как там на самом деле, плюс еще, конечно, доставка, ну, по крайней мере, в Украину это идет фура, в фуре темно, думаю, что те, которые занимаются орхидейками Голландии в особенности, то они знают, как приходят растения. И никто, конечно же, целую фуру вам подогревать не будет, да, чтобы поддерживать плюс-минус, ну, одинаковую температуру, скажем так, да. То есть ночью холодно, днем жарко, фура едет по дороге, по трассе. То есть естественно, да, что может происходить с этими растениями. Вот, так что я решила для себя пока что воздержаться от покупок Голландии. И мне кажется, намного все-таки проще купить подросток какой-то сортовой орхидеи. Но там хотя бы с корнями не будет таких проблем. Вот. Так что вот такая вот история с мини-орхидеечками. Ну, а мы будем растить эту кроху. Будем наблюдать, что же у нас вырастет изнутри такое. Орхидейка в орхидейке. Очень интересное растение. Чудное прям такое. А вот, ну, в общем, будем наблюдать. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.